21 июня в Хасавюрте состоялось торжественное открытие опорного участкового пункта полиции. В официальной церемонии открытия участие приняли глава города Зайнудина Акмазов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместитель главы администрации Хайбула Умаров, начальник отдела МВД России по городу Хасавюрт Арсен Гусейнов, полномочный представитель муфтията Республики Дагестан в Хасавюртовском районе Али Гаджи Сагид Гусейнов, представители городской мэрии, духовенства и общественники. Зайнудин Акмазов в своей речи отметил необходимость создания пунктов для более эффективного реагирования на запросы граждан и обеспечения общественной безопасности. Как здесь было отмечено, это первый участковый пункт, который мы открываем в городе. Их будет 6. Такие пункты в свое время они были, они показали свою эффективность. Открытие пункта, создать условия для работы участковой полиции, потому что это главное лицо на этой территории. Если хорошо будет работать участковый инспектор, то есть будет полный порядок, не будет незаконных строек, не будет захвата земельных участков, не будет куда не положено бросать мусор. И это все делается для того, чтобы была связь с населением. Он знает тех, кто живет на этом участке. Он первым реагирует на события здесь. Он человек, на которого надеется население, обеспечивает правопорядок. Поэтому, я думаю, созданием этого участкового пункта многие вопросы, связанные с правонарушениями, тоже снимутся. Начальник отдела МВД России по городу Хасавюрт Арсен Гусейнов поблагодарил всех людей, имевших отношение к созданию пункта, за плодотворную работу и пообещал усилить эффективность работы участковой полиции. Действительно, это событие очень важное для нас, потому что участковый пункт полиции в городе Хасавюрте не было. Вот открыли. Хочу выразить благодарность администрации города и тем, кто помог открыть нам участковый пункт полиции. И надеюсь, мы вдвойне и даже втройне больше и лучше будем работать. Слова напутствия и поддержки выразили представители городского духовенства и ветеранских организаций, а также представители квартальных комитетов. Инспектор участковый уполномоченный является микроначальником на своем участке. Пользуясь тем, что здесь снимают нас, я обращаюсь к горожанам города Хасавюрта. Вот прекрасное, значит, здание, помещение будет принимать участковые полномочия. Очень широкий диапазон его профессиональной деятельности. Я хочу пожелать молодому капитану Вайбатиру, который будет обслуживать этот участок, принимайте граждан, выслушайте до конца, покажите свое лицо полицейскому, потому что вы помощник, значит, начальника отдела МВД России, в данном случае вот, полковника полиции, значит, все вопросы, которые, значит, он не пропускает через горотдел, вы должны здесь пропускать. Содействие в создании пункта было оказано меценатами города и главным врачом Центральной городской больницы Алжанат Гаджиевой. Данный факт стал реализацией пункта резолюции по итогам проведенного республиканского и общегородского форума «Наш участковый». Всего в городе планируется создать 6 опорных участковых пунктов. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».